If no one else than American style, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear love, happy birthday to you. Okay. Ich hab schon Angst. Когда человек говорит, я хочу, это уже слава Богу. Yes, but it's the policy. But I want to say what I am for all here men who can listen to me. Germanic. Я хочу что-то рассказать. Что за... Да, good. Milan wants to tell a little bit of his life. Немножко о жизни. David Das and Simona will go around for drinks and where is it to put there? Can you translate it? Not really, but we'll find this. The best person for this is Vika. Не стоять. Vika, could you help a little bit to translate? Всем сесть. А я кое-что. Du kennst Elf. Aha. Überlehnen zwei Blätter. Du kennst Elf. Aha. Überlehnen zwei Blätter. Случай, что мне исполнилось 80 лет 9 месяцев назад. До этого времени мог родиться ребенок. Уже очень много раз. Ой-ой. Довид говорил о том, что вот, значит, он назначает мне праздник по поводу моего 80-летия. Но каждый раз у меня были причины, а причины простые. Так, полтора или два года назад я простудился, и после этого столько различных болезней на меня навалилось, что вот до сих пор, до сегодняшнего дня я не мог позволить себе прийти и что-то делать здесь, и даже просто выпить рюмку коньяка или чего-то другого. Но вот теперь я пришел. У меня очень
интересный жизненный путь. Я им горжусь и хочу с вами поделиться. Итак, мне 80 лет и 9 месяцев. И вы не чувствуете? Но мы празднуем мое 80-летие. Так что мы убежали от 80. 80 не можем. Да, и скинули в связи с этим 9 месяцев. Вот так можно обращаться со временем, если ты хочешь жить, жить и жить. Я хочу жить. Мне жить интересно. Я родился 2 сентября 1937 года. При Сталине. При Сталине, при Хрущеве, при Политбюро, при всех прочих делах и все прочее. Да, приезжал, все было. Всех пережили. Но научился я разговаривать по телефону уже примерно между 3-м и 4-м годом. То есть в 3 года я еще не разговаривал по телефону, а в 4-м я разговаривал очень широко. Мама работала стенографисткой-машинисткой на заводе «Ленинская кузница», проводившей, строившей лодки или там спасательные суда для того самого, или рыболовные суда и так далее. И вот началась война. 22 июня 1941 года мне было в это время, считайте, сколько лет. Это было, в принципе, мне было 4 года. Вот. Отец ушел на фронт. Ушел добровольцем, мы провожали его, мама несла меня на своих плечах. Я видел, где-то там идет отец, там по улице от одного тротуара до другого тротуара. Двигалось это и строем, и рядами, двигалась эта масса людей на вокзал для того, чтобы защищать Киев от нацистов. В какой-то момент все переигралось. Ну, семейные отношения были разными и соответствовали своему времени. Там не надо было ни тех самых никаких официальных записей делать и так далее. Захочешь — приведи домой женщину или сам приди к ней, женитесь, расходитесь, сделайте что угодно. Мне повезло тем, что я не любил отца. Не любил, имел на это право, потому что он отхлестал меня однажды. Несправедливо, нехорошо. Мама научила меня звонить по телефону, и 3-летний ребенок набирал телефон дома. Это показала мама, как это делается, и «дайте, пожалуйста, мою маму», просил я. И там, в том месте, где мама работала, в этом заводе «Ленинская кузница», где строили эти суда. Значит, мама вот была такой работницей, у которой специфика была машинистка-стенографистка. То есть проходят какие-то заседания, разговоры и так далее, которые надо записать. Она это записывала значками,
потом садилась за пишущую машинку, работала, и появлялось то, что происходило на этом собрании. Мы уехали, мама не хотела уезжать, потому что папа, уходя на фронт, сказал ей, ни в коем случае квартиру займут, то есть комнату, которую мы занимали, там четыре квартирки было, четыре комнаты по разные семьи, одна из них наша. Он боялся, что ее займут. Но в тот момент, когда он ушел на фронт, пришла бабушка и сказала по-еврейски «Азду бестанар», то есть «ты глупая женщина». Вот, и бросила на пол, как мне рассказывали, я видел это, но мама напомнила мне, две простыни, в них накидала все, что можно было увести, взяла на себя один этот самый мешок из связанных простыней, и другим взяла меня за ручку. А мама взяла чемодан и второй мешок, и так мы двинулись к маминой, к маминому месту работы. В это время Киев уже бомбили, и даже в песне поется «Киев бомбили», нам объявили, что началась война. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Мы приехали... Пришли, вернее, в эту, ну, на этот завод, где строили эти суда, и дождались, пока будет погружен состав. Состав увозил все станки из этого завода. И когда утром кончилась погрузка, нам разрешили сесть на эти железные станки, и поезд тронулся. Во время пути облетали нас и самолеты, были и какие-то бомбежки, но в какой-то момент поезд остановился, и всех старших людей повели куда-то далеко вперед, для того, чтобы сбросить с рельсов погибшие поезда и вагоны. Затем нас в это время, детей, повели в лес, который был недалеко, и мы ждали, когда наши родители вернутся, а у нас были какие-то старшие девочки, мальчики, они за нами наблюдали. Мы двинулись и приехали в Зеленодольск, где... выпускали снаряды, и мама уже была не переводчицей, не машинисткой, ничем этим. Она измеряла эти снаряды, она проверяла их качество, и затем уносила и укладывала в ящики. Вот такова была это ее дело. А жили мы в отделении, отрезанном фанерной, кусками фанеры от уборной, от обычной уборной, которая была на все четыре квартиры. И благодаря этому только я научился говорить, не говорить, а понимать идиш. Бабушка с мамой разговаривали на идиш, потому что кругом могли услышать что-нибудь не то понять, не так понять, и что-то так, и так далее. Они разговаривали на идише. Через несколько месяцев я стал вслух переводить им то, что они говорят, потому что мне было жутко обидно, что... меня обходят, я вроде бы не человек. Короче говоря, мы прожили там примерно 2 года,
И затем от папиного брата, старшего, самого старшего брата отца, которого эвакуировали из Ленинграда в Красноярский край, он прислал нам вызов, чтобы мы приехали в Красноярский край. До сих пор это безусловный адрес. Красноярский край, Балахтинский район, Курбатовский совхоз, второе отделение. Бабушка в это время очень заболела. И это уже было непоправимо, потому что врачей там не было. Кое-как ее мы вытащили, и мама, и бабушка. И то есть и я вытащили бабушку из этой болезни, но работать она уже не могла. Мама стала работать дояркой. И вот так мы дожили до конца войны. В конце войны надо было уезжать. Куда уезжать? Конечно, в Киев. Мама поехала в Балахту, запрягла лошадь, ей дали, поехала в Балахту. Из Балахты ее отослали в Красноярск. В Красноярске она сказала, что у нас квартира в Киеве, и мы хотим возвратиться в Киев. Ей объяснили, что в Киев закрыт вообще прием людей, которые были в эвакуации. В чем дело, почему? Это мы узнали значительно позже. Оказалось, что Хрущев. Да. Хрущев договорился со Сталиным, что в Киеве очень много убитых евреев, и если возвратятся их родственники, они перевернут Киев вверх ногами. Так в народе, в еврейском народе объясняли то, что произошло. И поэтому евреям не давали въезда вообще в Киев. Квартиры были заняты. Действительно, вот она помнит, что квартиры были все заняты местным населением. Если бы мы приехали, то мы бы оказались на улице. Но мама решила спросить, а что нам делать? Ответил этот самый милицейский человек. Значит, Латвия, Литва, Эстония. В любой из этих стран вы можете найти себе место. Моя мама, которая закончила всего лишь еврейскую девятилетку, тогда не было десятилеток еврейских, когда она училась, девятилетку, посмотрела на карту, которая висела за спиной этого начальника милицейского, посмотрела и сказала: так мы поедем в Литву. Потом, когда мама, ее дали ей возможность, документы о том, что мы едем в Литву. Когда мама появилась дома и сказала это бабушке, бабушка говорит: а при чем здесь Литва? Мы живем в Киеве. Мама ей объяснила, что не дают возможности, предлагают ехать туда. Это временно, сказала мама. И еще она сказала, что Вильнюс самый близкий к Киеву. Да, и Вильнюс ближе всех находится в Киеве, ближе, чем в одной и другой республиках. Вот третья республика была самой близкой к Киеву. Вот, и мы приехали. Мама с ее замечательной профессией стенографистки, машинистки
была немедленно приглашена на работу, и нам немедленно дали дом, не дом даже, то есть квартиру для жительства. Это квартира, в которой я живу до сих пор, и вот моя семья здесь сидит, она живет здесь, и она тоже живет в той же самой квартире. Вот так сложилась судьба. Мама работала стенографисткой, машинисткой, потом ее пригласили в Вильнюсский универмаг, там она, но она была безотказной, блистательным человеком, который владел вот этим самым машиной, которая называется пишущей машинкой, и кроме того, она блистательно владела, как это называется, стенографией. И вот она стенографией писала, и вот ее пригласили работать, открывшийся только что магазин, и она согласилась, и она работала до самого отъезда из Вильнюса, то есть до выхода на работу, или вернее до ухода с работы полного. Вот. Уехала к мужу в Москву. Я закончил в Вильнюсе, учился в начальной школе, в школе имени Черняховского, затем в еще одной школе и в другой школе. Короче говоря, я в Вильнюсе прошел через все четыре русские школы. Ну, видимо, мой характер кому-то не нравился, и меня, так сказать, мне приходилось уходить. Я закончил школу. С какой я медалью там? Серебряной. Серебряной, говорит, владелица золотой медали. Понимаете, да. Вот. Это ее удовлетворяет. Потому что чином ниже. Так вот, я, значит, закончил в Вильнюсе школу. Когда я учился, случилось так, что, ну, моя бабушка жутко красиво и хорошо владела одним ремеслом. Она готовила еврейские блюда. Она знала прекрасно еврейскую кухню. Это была ее и работа когда-то. А тут иногда, значит, еврейская община, так негласная, когда у них были какие-то праздники и все такое, просили бабушку либо прийти, либо что-то испечь, что-то сделать и все, и так далее. И вот однажды у нас за столом появился из театра Михоэлса, из еврейского театра, который был закрыт, появился человек, который рассказывал о Михоэлсе, о его смерти, об его убийстве. Я в это время сидел за столом, я все это слышал. И он плакал, успокаивался, продолжал рассказывать о великом человеке, о великом режиссере, о великом актере. Вот. Потом он уехал. Уехал учиться, он учился в театре-студии, при театре, еврейском театре. Вот он уехал в Латвию, в судостроительный завод, где он и остался жить, работать, женился и все такое. Вот, что касается меня, это было в пятом классе, когда я был тогда в пятом классе школы. Когда я увидел плачущего мужчину, я понял, что я иногда плакал, вот, и что это не страшно. Мужчина плачет. Это для меня было каким-то оправданием.
И не просто оправданием. Идя по Вильнюсу, я вдруг увидел афишу, там были тумбы, такие не столбы, ничего, а тумбы. И вот на тумбе я увидел, что приглашаются дети участвовать во дворце пионеров в таких-то и таких-то кружках или там студиях и так далее. Я пришел и записался в театральную студию, потому что больше всего на меня произвело впечатление, вот это произвело впечатление, этот рассказ о том, что такое был еврейский театр, и что его руководитель, один из основателей его, был убит. Убит прямо и потому, что он был евреем, потому что он посмел говорить о том, о чем говорить запрещалось в этой счастливой стране, в которой я только что закончила войну. Я пришел, ну, в общем, там и так далее, я, в общем, стал одним из двух ведущих актеров этой студии. Я полюбил это дело. И когда я закончил школу, я поехал в Москву поступать непременно в лучший театр, в лучшую студию лучшего театра. Это студия, которая находится... забыл название улицы. Ну, во всяком случае, это был театр имени Горького, но руководил им один из величайших режиссеров Станиславский, Константин Сергеевич Станиславский. Я сдал документы, я прошел первый тур, на второй тур я пришел, и старушка-женщина, то ли она записи какие-то вела, то ли просто присутствовала, подошла ко мне и сказала: давайте с вами поговорим. Вы рассчитываете, и отошли, и поговорили, вы рассчитываете на то, что вас возьмут? Мы давно работаем, я так и так, вот. Понимаете, наверное, очень хорошо вы показались в первом раунде, но со второго раунда уже надо серьезно с вами разговаривать. Этого разговора не будет. Я говорю: почему? Ну, разве вы не знаете? Я спросил: потому что я еврей. Ну, вот видите, вы все хорошо знаете. Зачем же вам это? Ну, идите. Я, в общем, забрал документы и с отчаяния решил не возвращаться в Вильнюс. Я куда угодно поступлю. Я пошел по Москве, пришел. О! Московский государственный институт, педагогический институт. Я пришел, у меня серебряная медаль, как сказала моя жена. Мне не надо сдавать экзамены, мне надо только положить документы. И меня тут же забрали, и я поступил на факультет русского языка, литературы и истории. Так я стал специалистом по русскому языку, литературе, истории. Я закончил институт. Меня с очень приличным результатом окончания отправили на Сахалин. На Сахалине, оказывается, в Москве хватало. В европейской территории
Советского Союза хватало педагогов, во всей России хватало, не хватало только на Дальнем Востоке и даже не на, как это называется, не на самом материке, а на острове Сахалине. Вот так я попал на остров Сахалин, работал преподавателем, пройдя вообще лучшую школу педагогическую в Советском Союзе. Вот, и закончил ее хорошо. Преподавал в 5, 6 и 7 классах и только русскую литературу и русский язык. Истории нет, и была учительница-историчка. Через 2 месяца меня вызывают в военкомат и говорят, вы не служили в советской армии. А я не служил, потому что там не было кафедры, военной кафедры. В других институтах была военная кафедра, а в этой нет. Вот, и я не прошел военную подготовку, и вот поэтому вы вот поезжайте туда-туда. Вот, приехал я опять туда, где корабль уходит на материк, во Владивосток. Из Владивостока меня отправили в Хабаровск. Я год учился стрелять, учился тянуть носок. И до сих пор умею хорошо это делать. Вот. И это такой солдатский балет. Вот. И, значит, заканчивается первый год моей службы. И заканчиваться он должен был стрельбой. А стрельба непростая. Стрельба – это какая-то местность такая, ну, скажем, мокрая местность. Вот, там еще хуже. И где-то в 200 метрах от того места, где окоп, надо попасть в фигуру. Но я научился стрелять, вот стрелять мне очень нравилось. И кроме того, мне очень нравилось, значит, ходить, вот вытягивая ноги. Мне тогда казалось, что я вырасту повыше. Вот очень хотелось быть высоким, но не получилось. Вот, идет стрельба. И идет Херсонский. Вызывают его, он выпрыгивает из окопа, идет по болоту, по полному болоту, забрызгиваясь весь грязью и мокрый и все прочее, и вдруг там где-то метров за 200 поднимается этот вот такой, вот такая мишень, вот, она называется плечевая мишень. Я должен попасть. Я нажимаю курок и должен, дается 18 патронов, чтобы попасть. Я с первых 6 или 7 патронов я нажал, и они вылетели, эти 7 патронов. Бэбэх, это упало это. Я иду счастливый, подхожу к своему командиру, та-та, товарищ, та-та-та-та-та-та. Он, подойди к тому, подойди к генералу. Какому генералу? Вон он стоит, начальник. Я подхожу, отдаю честь и рапортую, что вот стрельба закончена. Он этому говорит, ну вот, видишь, вот так надо стрелять. Как фамилия? Херсонский. Так, значит, Херсонскому, пишите, это он офицеру говорит, 10 суток с выездом на родину. 10 суток из Хабаровска уже. Это значит,
10 суток езды только до Москвы на поезде. 10 суток в Вильнюсе. И 10 суток возвращения. Какое чудо, я свободный, счастливый. Я в этой снял все военные обмундирования, перелез в свои спортивные всякие штучки, вот, которые были в чемодане у меня, и приехал домой, к бабушке, к маме. Какое счастье! Ах, когда я возвратился в свою часть, мне говорят, а что ты сюда, мать твою, перемать, приехал? Тебе надо, что, тебе никто ничего не сказал, тебе надо ехать вот в из Хабаровска, Уссурийск. Я говорю, а что? Там Уссурийское училище, тебя они выписали, можешь сегодня ехать. Приезжаю, там начальство, генерал, начальник, подхожу, тоже т-т-т-т-т. Он говорит, тут вот существует сведения о том, что у тебя высшее образование. Да. Какое? Такое и такое. Ну так вот, ты у нас не хватает одного офицера-воспитателя. Он уехал в Москву повышать квалификацию, а ты у нас будешь вместо офицера-воспитателя. Так я, сержант с тремя лычками в погонах, а не с одной звездой, да, стал вместо офицера-воспитателя, а одновременно папой, бабушкой, дедушкой и мамой для 30 пацанов, которым где-то 10, 11, ну, самые старшие 12 лет. Боже, боже! Но мне очень это понравилось, потому что я знал, чем можно увлечь этих детей. И вот получилось так, что я, значит, год отработал, дали мне еще один отпуск. Случаем, что мне исполнилось 80 лет 9 месяцев назад. До этого времени мог родиться ребенок. Уже очень много раз. Ой-ой. Довид говорил о том, что вот, значит, он назначает мне праздник по поводу моего 80-летия, но каждый раз у меня были причины, а причины простые. Так, полтора или два года назад я простудился, и после этого столько различных болезней на меня навалилось, что вот до сих пор, до сегодняшнего дня, я не мог позволить себе прийти и что-то делать здесь, и даже просто выпить рюмку коньяка или чего-то другого. Но вот теперь я пришел. У меня очень интересный жизненный путь. Я им горжусь и хочу с вами поделиться. Итак, мне 80 лет и 9 месяцев. Вы не чувствуете? Но мы празднуем мое 80-летие. Так что мы убежали от 80-ти. Не можем. Да, и скинули в связи с этим 9 месяцев. Вот так можно обращаться со временем, если ты хочешь жить, жить и жить. Я хочу жить. Мне жить интересно.
Я родился 2 сентября. В 1937 году. При Сталине. При Сталине, при Хрущеве, при Политбюро, при всех прочих делах и все при прочее. Ежове. Да, при Ежове. Все было. Всех пережили. Но научился я разговаривать по телефону уже примерно между 3-м и 4-м годом. То есть в 3 года я еще не разговаривал по телефону, а в 4-м я разговаривал очень широко. Мама работала стенографисткой, машинисткой на заводе «Ленинская кузница», проводившей, строившей лодки или там спасательные суда для того самого, или рыболовные суда и так далее. И вот началась война 22 июня 1941 года. Мне было в это время, считайте, сколько лет. Это было, в принципе, мне было 4 года. Вот. Отец ушел на фронт, ушел добровольцем. Мы провожали его, мама несла меня на своих плечах. Я видел, где-то там идет отец, там по улице от одного тротуара до другого тротуара двигалось это и строем, и рядами двигалась эта масса людей на вокзал для того, чтобы защищать Киев от нацистов. В какой-то момент все переигралось. Ну, семейные отношения были разными и соответствовали своему времени. Там не надо было ни тех самых, никаких официальных записей делать и так далее. Захочешь, приведи домой женщину или сам приди к ней, женитесь, расходитесь, сделайте что угодно. Мне повезло тем, что, ну, я не любил отца. Не любил, имел на это право, потому что он отхлестал меня однажды. Несправедливо, нехорошо. Мама научила меня звонить по телефону, и 3-летний ребенок набирал телефон дома. Показала мама, как это делается, и дайте, пожалуйста, мою маму, просил я. И там, в том месте, где мама работала, в этом заводе «Ленинская кузница», где строили эти суда, значит, мама вот была такой работницей, у которой специфика была, машинистка-стенографистка, то есть проходят какие-то заседания, разговоры и так далее, которые надо записать. Она это записывала значками, потом садилась за пишущую машинку, работала, и появлялось то, что происходило на этом собрании. Мы уехали. Мама не хотела уезжать, потому что папа, уходя на фронт, сказал ей: ни в коем случае квартиру займут, то есть комнату, которую мы занимали, там 4 квартирки было, 4 комнаты по разные семьи, одна из них наша. Он боялся, что ее займут. Но в тот момент, когда он ушел на фронт, пришла бабушка и сказала по-еврейски: «Азду бистанар», то есть ты глупая,
женщина. Вот, и бросила на пол, как мне рассказывали, я видел это, но мама напомнила мне, две простыни, в них накидала все, что можно было увести, взяла на себя один этот самый мешок из связанных простыней, и другим взяла меня за ручку. А мама взяла чемодан и второй мешок, и так мы двинулись к маминой, к маминому месту работы. В это время Киев уже бомбили, и даже в песне поется «Киев бомбили», нам объявили, что началась война. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Мы приехали... Пришли, вернее, в эту, ну, на этот завод, где строили эти суда, и дождались, пока будет погружен состав. Состав увозил все станки из этого завода. И когда утром кончилась погрузка, нам разрешили сесть на эти железные станки, и поезд тронулся. Во время пути облетали нас и самолеты, были и какие-то бомбежки, но в какой-то момент поезд остановился, и всех старших людей повели куда-то далеко вперед, для того, чтобы сбросить с рельсов погибшие поезда и вагоны. Затем нас в это время, детей, повели в лес, который был недалеко, и мы ждали, когда наши родители вернутся, а у нас были какие-то старшие девочки, мальчики, они за нами наблюдали. Мы двинулись и приехали в Зеленодольск, где выпускали снаряды, и мама уже была не переводчицей, не машинисткой, ничем этим. Она измеряла эти снаряды, она проверяла их качество, и затем уносила и укладывала в ящики. Вот таково было это ее дело. А жили мы в отделении, отрезанном фанерной, кусками фанеры от уборной, от обычной уборной, которая была на все четыре квартиры. И благодаря этому только я научился говорить, не говорить, а понимать идиш. Бабушка с мамой разговаривали на идиш, потому что кругом могли услышать что-нибудь не то понять, не так понять, и что-то так, и так далее. Они разговаривали на идише. Через несколько месяцев я стал вслух переводить им то, что они говорят. Потому что мне было жутко обидно, что меня обходят, я вроде бы не человек. Короче говоря, мы прожили там примерно 2 года. И затем от папиного брата, старшего, самого старшего брата отца, которого эвакуировали из Ленинграда в Красноярский край, он прислал нам вызов, чтобы мы приехали в Красноярский край, до сих пор это безусловный адрес, Красноярский край, Балахтинский район, Курбатовский совхоз, второе отделение. Бабушка в это время очень заболела, и это уже было непоправимо, потому что врачей там не было, кое-как ее мы вытащили, и мама, и бабушка. И то есть и я вытащили бабушку из этой болезни, но работать она уже не могла. Мама стала работать дояркой,
И вот так мы дожили до конца войны. В конце войны надо было уезжать. Куда уезжать? Конечно, в Киев. Мама поехала в Балахту, запрягла лошадь, ей дали, поехала в Балахту. Из Балахты ее отослали в Красноярск. В Красноярске она сказала, что у нас квартира в Киеве, и мы хотим возвратиться в Киев. Ей объяснили, что в Киев закрыт вообще прием людей, которые были в эвакуации. В чем дело, почему? Это мы узнали значительно позже. Оказалось, что Хрущев. Да. Хрущев договорился со Сталиным, что в Киеве очень много убитых евреев, и если возвратятся их родственники, они перевернут Киев вверх ногами. Так в еврейском народе объясняли то, что произошло. И поэтому евреям не давали въезда вообще в Киев. Квартиры были заняты. Действительно, вот она помнит, что квартиры были все заняты местным населением. Если бы мы приехали, то мы бы оказались на улице. Но мама решила спросить, а что нам делать? Ответил этот самый милицейский человек. Значит, Латвия, Литва, Эстония. В любой из этих стран вы можете найти себе место. Моя мама, которая закончила всего лишь еврейскую девятилетку, тогда не было десятилеток еврейских, когда она училась, девятилетку, посмотрела на карту, которая висела за спиной этого начальника милицейского, посмотрела и сказала: «Так мы поедем в Литву». Потом, когда мама, ее дали ей возможность, документы о том, что мы едем в Литву. Когда мама появилась дома и сказала это бабушке, бабушка говорит: а при чем здесь Литва? Мы живем в Киеве. Мама ей объяснила, что не дают возможности, предлагают ехать туда. Это временно, сказала мама. И еще она сказала, что Вильнюс самый близкий к Киеву. Да, и Вильнюс ближе всех находится в Киеве. Ближе, чем в одной и другой республиках. Вот третья республика была самой близкой к Киеву. Вот, и мы приехали. Мама с ее замечательной профессией стенографистки, машинистки была немедленно приглашена на работу, и нам немедленно дали дом, не дом даже, то есть квартиру для жительства. Это квартира, в которой я живу до сих пор, и вот моя семья здесь сидит, она живет здесь, и она тоже живет в той же самой квартире. Вот так сложилась судьба. Мама работала стенографисткой, машинисткой. Потом ее пригласили в Вильнюсский универмаг. Там она, но она была безотказной, блистательным человеком, который владел вот этим самым машиной, которая называется пишущей машинкой. И кроме того, она блистательно владела, как это называется, стенографией. И вот она стенографией писала.
И вот ее пригласили работать, открывшийся только что магазин, и она согласилась, и она работала до самого отъезда из Вильнюса, то есть до выхода на работу, или вернее до ухода с работы полного. Вот. Уехала к мужу в Москву. Я закончил в Вильнюсе, учился в начальной школе, в школе имени Черняховского, затем в еще одной школе и в другой школе. Короче говоря, я в Вильнюсе прошел через все четыре русские школы. Ну, видимо, мой характер кому-то не нравился, и меня, так сказать, мне приходилось уходить. Я закончил школу с какой я медалью там? Серебряной. Серебряной, говорит, владелица золотой медали. Понимаете, да. Вот, это ее удовлетворяет, потому что чином ниже. Так вот, я, значит, закончил в Вильнюсе школу. Когда я учился, случилось так, что, ну, моя бабушка жутко красиво и хорошо владела одним ремеслом. Она готовила еврейские блюда. Она знала прекрасно еврейскую кухню. Это была ее и работа когда-то. А тут иногда, значит, еврейская община, так негласная, когда у них были какие-то праздники и все такое, просили бабушку либо прийти, либо что-то испечь, что-то сделать и все, и так далее. И вот однажды у нас за столом появился из театра Михоэлса, из еврейского театра, который был закрыт, появился человек, который рассказывал о Михоэлсе, о его смерти, об его убийстве. Я в это время сидел за столом, я все это слышал. И он плакал, успокаивался, продолжал рассказывать о великом человеке, о великом режиссере, о великом актере. Вот. Потом он уехал учиться, он учился в театре-студии, при театре, еврейском театре. Вот он уехал в Латвию, в судостроительный завод, где он и остался жить, работать, женился и все такое. Вот, что касается меня, это было в пятом классе, когда я был тогда в пятом классе школы. Когда я увидел плачущего мужчину, я понял, что я иногда плакал, вот, и что это не страшно. Мужчина плачет. Это для меня было каким-то оправданием. И не просто оправданием. Идя по Вильнюсу, я вдруг увидел афишу, там были тумбы, такие не столбы, ничего, а тумбы. И вот на тумбе я увидел, что приглашаются дети участвовать во дворце пионеров в таких-то и таких-то кружках или там студиях и так далее. Я пришел и записался в театральную студию, потому что больше всего на меня произвел впечатление этот рассказ о том, что такое был еврейский театр, и что его руководитель, один из основателей его, был убит. Убит
прямо и потому, что он был евреем, потому что он посмел говорить о том, о чем говорить запрещалось в этом счастливом, в этой счастливой стране, в которой только что закончила войну. Я пришел, ну, в общем, там и так далее, я, в общем, стал одним из двух ведущих актеров этого, этой студии. Я полюбил это дело. И когда я закончил школу, я поехал в Москву поступать непременно в лучший театр, в лучшую студию лучшего театра. Это студия, которая находится... Ох, забыл название улицы. Ну, во всяком случае, это был театр имени Горького, но руководил им один из величайших режиссеров Станиславский, Константин Сергеевич Станиславский. Я сдал документы, я прошел первый тур, на второй тур я пришел, и старушка-женщина, то ли она записи какие-то вела, то ли просто присутствовала, подошла ко мне и сказала: давайте с вами поговорим. Вы рассчитываете, и отошли, и поговорили, вы рассчитываете на то, что вас возьмут? Мы давно работаем, я так и так, вот. Понимаете, наверное, очень хорошо вы показались в первом раунде, но со второго раунда уже надо серьезно с вами разговаривать. Этого разговора не будет. Я говорю: почему? Ну, разве вы не знаете? Я спросил: потому что я еврей. Ну вот видите, вы все хорошо знаете. Зачем же вам это? Ну идите. Я, в общем, забрал документы и с отчаяния решил не возвращаться в Вильнюс. Я куда угодно поступлю. Я пошел по Москве, пришел. О! Московский государственный институт. Педагогический институт. Я пришел, у меня серебряная медаль, как сказала моя жена. Мне не надо сдавать экзамены, мне надо только положить документы. И меня тут же забрали, и я поступил на факультет русского языка, литературы и истории. Так я стал специалистом по русскому языку, литературе и истории. Я закончил институт. Меня с очень приличным результатом окончания отправили на Сахалин. На Сахалине, оказывается, в Москве хватало. В европейской территории Советского Союза хватало педагогов, во всей России хватало, не хватало только на Дальнем Востоке, и даже не на, как это называется, не на самом материке, а на острове Сахалине. Вот так я попал на остров Сахалин. Работал преподавателем, пройдя вообще лучшую школу педагогическую в Советском Союзе. Вот, и закончил ее хорошо. Преподавал в 5, 6 и 7 классах и только русскую литературу и русский язык. Истории нет, и была учительница-историчка. Через 2 месяца меня вызывают в военкомат и говорят: вы не служили в советской армии. А я не служил, потому что там не было кафедры, военной кафедры. В других
институтах была военная кафедра, а в этой нет. Вот, и я не прошел военную подготовку, и вот поэтому вы вот поезжайте туда-туда. Вот, приехал я опять туда, где корабль уходит на материк, во Владивосток. Из Владивостока меня отправили в Хабаровск. Я год учился стрелять, учился тянуть носок, и до сих пор умею хорошо это делать. Вот. И это такой солдатский балет. Вот. И, значит, заканчивается первый год моей службы. И заканчиваться он должен был стрельбой. А стрельба непростая. Стрельба – это какая-то местность такая, ну, скажем, мокрая местность. Вот, там еще хуже. И где-то в 200 метрах от того места, где окоп, надо попасть в фигуру. Но я научился стрелять. Вот стрелять мне очень нравилось. И кроме того, мне очень нравилось, значит, ходить, вот, вытягивая ноги. Мне тогда казалось, что я вырасту повыше. Вот, очень хотелось быть высоким, но не получилось. Вот, идет стрельба. И идет Херсонский, вызывают его, он выпрыгивает из окопа, идет по болоту, по полному болоту, забрызгиваясь весь грязью и мокрый, и все прочее. И вдруг там где-то метров за 200 поднимается этот вот такой... Вот такая мишень, вот, она называется плечевая мишень. Я должен попасть, я нажимаю курок и должен, дается 18 патронов, чтобы попасть. Я с первых 6 или 7 патронов я нажал, и они вылетели, эти 7 патронов. Бэбэх, это... упало это, я иду счастливый, подхожу к своему командиру, та-та, товарищ, та-та-та-та-та-та, он, подойди к тому, подойди к генералу, отдай ему честь. Какому генералу? Вон он стоит, начальник, та-та-та-та-та-та. Я подхожу, отдаю честь и рапортую, что вот стрельба закончена, он этому говорит, ну вот, видишь? Вот так надо стрелять. Как фамилия? Херсонский. Так, значит, Херсонскому, пишите, это он офицеру говорит, 10 суток с выездом на родину. 10 суток из Хабаровска уже. Это значит, 10 суток езды только до Москвы на поезде, 10 суток в Вильнюсе и 10 суток возвращения. Какое чудо, я свободный, счастливый. Я в этой снял все военные обмундирования, перелез в свои спортивные всякие штучки, ну вот, которые были в чемодане у меня. И приехал домой, к бабушке, к маме. Какое счастье! Ах, когда я возвратился в свою часть, мне говорят, а что ты сюда, мать твою перемать, приехал? Тебе надо, что тебе, никто ничего не сказал, тебе надо ехать вот в из Хабаровска, Уссурийск. Я говорю, а что? Там уссурийское училище, тебя они выписали, можешь сегодня ехать. Приезжаю, там начальство, генерал, начальник, подхожу. Тоже,
Он говорит, тут вот существует сведения о том, что у тебя высшее образование. Да. Какое? Такое и такое. Ну так вот, ты у нас не хватает одного офицера-воспитателя. Он уехал в Москву повышать квалификацию, а ты у нас будешь вместо офицера-воспитателя. Так я, сержант с тремя лычками в погонах, а не с одной звездой, да, стал вместо офицера-воспитателя, а одновременно папой, бабушкой, дедушкой и мамой для 30 пацанов, которым где-то 10, 11, ну, самые старшие 12 лет. Боже, боже! Но мне очень это понравилось, потому что я знал, чем можно увлечь этих детей. И вот получилось так, что я, значит, год отработал, дали мне еще один отпуск. Ушли 4 человека из жизни. Их здесь нету. И если можно, я этот спектакль, который, после которого были эти съемки, происходил в Ленинграде, во Дворце культуры. И там, в помещении, вмещавшем 2000 человек, это вот тот дворец культуры, в котором были наши гастроли Еврейского народного театра. Вот эта афиша, которая висела в Ленинграде. Эта афиша, к сожалению, удостоилась жуткого, тяжелого вида. На многих из этих афиш белыми красками были нарисованы фашистские эти самые свастики. Свастики, да. Это так висело в Ленинграде. Я затосковал. Это было очень и очень страшно играть в таком городе, в котором вот этот вот нацизм был проявлен так ярко и так хорошо по всему городу. Ну, там где-то бы не было, но главным образом, по главным местам были эти знаки. Сфотографировать мне было нечем, фотографии у меня не было. Но среди этих, да, в то время, когда я работал, ушли из жизни несколько пожилых людей. И мне осталось только создавать молодежь. Вот тут 32 человека, а здесь список из 7 человек, которые отсутствовали во время этой съемки. Значит, 32 и 7 – это 39. Вот такая у меня была труппа. У нас был приличный репертуар, хороший репертуар. Мы его играли не только в Паланге, не только в Друскиненкой, не только в Вильнюсе. Мы выезжали в Даугавпилс, мы выезжали в Минск, мы выезжали в Витебск, в белорусские города и так далее и тому подобное. Короче говоря, до того момента, пока не открылись ворота в Израиль, у меня была большая, нормальная, хорошая труппа, хотя и любительская, но по своему уровню, по своим умениям, она была абсолютно не любительская, она была настоящая. Один эпизод из этого. Вот тут, вот это вот,
Тут мальчик, это фотография мальчика, он сидит у меня на колене. Вот тут вот в центре этой фигуры. Он был, ему было 7 лет, он был сыном моего любимого артиста, который был потрясающим актером, потрясающим. И в то же время он был потрясающим детским врачом. Почему он потрясающий? Я не видел ни разу его в действии, но репетиции моих спектаклей происходили на третьем этаже Дворца культуры профсоюзов Вильнюса. На первом этаже, в моменты репетиций, когда Цалик Франк был занят в репетиции, образовывалась очередь, ждали Франка, чтобы он посмотрел на их детей. Это были люди абсолютно разные. Они возили его либо на такси, либо своими машинами к своим детям. И это было потрясающе для меня, что каждая репетиция это становится очередь в ожидании Цалика Франка. А этот мальчик был очень принципиальным. И ему было 7 лет, и когда я раздавал удостоверения. Я говорю, ну, Хаим, в чем дело? Принеси свою фотографию, мы тебе сделаем. Я сделал это удостоверение. И вот я ставлю свой спектакль, в котором главную роль, естественно, играет Цалик Франк, а его же роль, но только в детстве, играет его сын. Я сам придумал. Нет такого. Это по роману Кановича. О. Да. И нет раба Мрая. Он сизнито кин. Ну, в общем, я забыл, как это по-еврейски звучит. Да. Так вот. И получилось вот что. Цалик играет взрослого дядечку, и он у него тянет его в ту сторону, где он родился, откуда он приехал в Вильно, стал великим детским врачом и так далее, и так далее. Вот. И он приезжает в эту старую. В этот старый небольшой городочек литовский, как все те городки, где жили евреи. Вот, он, значит, играет эту роль, а этому мальчику, его сыну, Цалика, я дал роль, юного этого врача, великого врача, который играл Цалик. Цалик есть здесь на фотографии? Да. Он здесь на фотографии. Сейчас я скажу. Минуточку. Вот он здесь на фотографии. Вот это он. Да. Вот. Это он старик. И с ним случилось интересное явление. Мальчик без роли. Надо дать ему какую-то роль. А у Кановича ни одного слова, ничего. И о мальчике сказано там пару слов и все.
тогда я иду на... Можно я тут подожду? Да. Раз вам можно подожду? Да, пожалуйста. Спасибо. Ну вот. И ему для того, чтобы получить роль, я заставил его выучить для тех, кто знает идыш, то есть это не идыш, а иврит. Имешках эх Иерушалаим, тидбах имени, а тишках имени, тидбах лешани, лехики, имло эсках эх, имло але, Иерушалаим рош симхати. И если я забыл, если я забуду твое имя, пусть разразит меня и пусть Иерусалим будет правая рука отсохнет. Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду имя твое, Иерусалим. Вот это единственная его роль, этого маленького мальчика семилетнего, которого я выпустил на сцену и отвечал за то, что он должен быть хорош. И вот на разборе, когда Канович вместе со своей супругой пришли после спектакля, жена спросила, сказала... Там же учится. Григорий, что откуда у них такой текст? Там же у тебя ничего такого нет. Вы говорите, что ушли 4 человека из жизни. Их здесь нету. И если можно, я. Этот спектакль, после которого были эти съемки, происходил в Ленинграде, во Дворце культуры. И там, в помещении, вмещавшем 2000 человек, это вот тот дворец культуры, в котором были наши гастроли Еврейского народного театра. Вот эта афиша, которая висела в Ленинграде, эта афиша, к сожалению, удостоилась жуткого, тяжелого вида. На многих из этих афиш белыми красками были нарисованы фашистские эти самые... Свастики. Свастики, да. Это так висело в Ленинграде. Я затосковал. Это было очень и очень страшно играть в таком городе, в котором вот этот вот нацизм был проявлен так ярко и так хорошо по всему городу. Ну, там где-то бы не было, но главным образом, по главным местам были эти знаки. Сфотографировать мне было нечем, фотографии у меня не было. Но среди этих, да, в то время, когда я работал, ушли из жизни несколько пожилых людей. И мне осталось... только создавать молодежь. Вот тут 32 человека, а здесь список из 7 человек, которые отсутствовали во время этой съемки. Значит, 32 и 7 – это 39. Вот такая у меня была труппа. У нас был приличный репертуар, хороший репертуар. Мы его играли не только в Паланге, не только в Друскиненкой, не только в Вильнюсе. Мы выезжали в Даугавпилс, мы выезжали в Минск, мы выезжали в Витебск, в белорусские города.
и так далее, и тому подобное. Короче говоря, до того момента, пока не открылись ворота в Израиль, у меня была большая, нормальная, хорошая труппа, хотя и любительская, но по своему уровню, по своим умениям, the gate to Israel was open, and we had a very good troop. So he means that after they left. Вот тут, вот это, вот, тут мальчик, это фотография мальчика, он сидит у меня на колене. Вот тут вот в центре этой фигуры. Он был, ему было 7 лет. Он был сыном моего любимого артиста, который был потрясающим актером, потрясающим. И в то же время он был потрясающим детским врачом. Почему он потрясающий? Я не видел ни разу его в действии, но... Репетиции моих спектаклей происходили на третьем этаже Дворца культуры профсоюзов Вильнюса. На первом этаже, в моменты репетиции, когда Цалик Франк был занят в репетиции, образовывалась очередь, ждали Франка, чтобы он посмотрел на их детей. Это были люди абсолютно разные. Они возили его либо на такси, либо своими машинами к своим детям. И это было потрясающе для меня, что каждая репетиция, это становится очередь в ожидании Цалика Франка. А этот мальчик был очень принципиальным, и ему было 7 лет, и когда я раздавал удостоверения. Я говорю, ну хай, в чем дело? Принеси свою фотографию, мы тебе сделаем. Я сделал это удостоверение. И вот я ставлю свой спектакль, в котором главную роль, естественно, играет Цалик Франк, а его же роль, но только в детстве, играет его сын. Я сам придумал. Нет такого. Это по роману Кановича. Да. И нет раба Мрая. Он сизли то, кин, ну, в общем, я забыл, как это по-еврейски звучит. Да. Так вот. И получилось вот что. Цалик играет взрослого дядечку, и он у него тянет его в ту сторону, где он родился, откуда он приехал в Вильно, стал великим детским врачом и так далее, и так далее. Вот. И он приезжает в эту старую. В этот старый небольшой городочек литовский, как все те городки, где жили евреи. Вот, он, значит, играет эту роль, а этому мальчику, его сын Цалика, я дал роль, юного этого врача. Великого врача, который играл Цалик. Цалик есть здесь на фотографии? Да. Он здесь на фотографии. Сейчас я скажу. Минуточку. Вот он здесь на фотографии. Вот это. Маски.
Да. Вот, это он старик. И с ним случилось интересное явление. Мальчик без роли. Надо дать ему какую-то роль, а у Кановича ни одного слова, ничего. И о мальчике сказано там пару слов и все. Тогда я иду на... Можно я тут подожди? Да. Раз вам может быть нужно? Да, пожалуйста. Ну вот. И ему для того, чтобы получить роль, я заставил его выучить. Для тех, кто знает идыш, то есть это не идыш, а иврит, Имишках Иерушалаем, Тидбах имени, а Тишках имени, Тидбах Лешани, Лехики, Имло Эскахех, Имло Аале, Иерушалаем, Рош Симхати. И если я забуду твое имя, пусть разразит меня. И пусть Иерусалим будет... Правая рука отсохнет. Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду имя твое, Иерусалим. Вот это единственная его роль, этого маленького мальчика семилетнего, которого я выпустил на сцену и отвечал за то, что он должен быть хорош. И вот на разборе, когда Канович вместе со своей супругой пришли после спектакля, жена сказала Григорию, что откуда у них такой текст. Там же у тебя ничего такого нет. Но он сказал, что ушли. Четыре человека из жизни, их здесь нету. И, если можно, я этот спектакль, после которого были эти съемки, происходил в Ленинграде, во Дворце культуры. И там, в помещении, вмещавшем 2000 человек, это вот тот дворец культуры, в котором были наши гастроли Еврейского народного театра. Вот эта афиша, которая висела в Ленинграде. Эта афиша, к сожалению, удостоилась жуткого, тяжелого вида. На многих из этих афиш белыми красками были нарисованы фашистские эти самые свастики. Свастики, да. Это так висело в Ленинграде. Я затосковал. Это было очень и очень страшно играть в таком городе, в котором вот этот вот нацизм был проявлен так ярко и так хорошо по всему городу. Ну, там где-то бы не было, но главным образом, по главным местам были эти знаки. Сфотографировать мне было нечем, фотографии у меня не было. Но среди этих, да, в то время, когда я работал, ушли из жизни несколько пожилых людей. И мне осталось только создавать молодежь. Вот тут 32 человека, а здесь список из 7 человек, которые отсутствовали во время этой съемки. Значит, 32 и 7 – это 39. Вот такая у меня была труппа
У нас был приличный репертуар, хороший репертуар. Мы его играли не только в Паланге, не только в Друскиненкой, не только в Вильнюсе. Мы выезжали в Даугавпилс, мы выезжали в Минск, мы выезжали в Витебск, в белорусские города и так далее и тому подобное. Короче говоря, до того момента, пока не открылись ворота в Израиль, у меня была большая, нормальная, хорошая труппа, хотя и любительская, но по своему уровню, по своему мнению, она была абсолютно не любительская, она была настоящая. Один эпизод из этого. Вот тут, вот это, вот, тут мальчик, это фотография мальчика, он сидит у меня на колене. Вот тут вот центр этой фигуры. Он был, ему было 7 лет. Он был сыном моего любимого артиста, который был потрясающим актером, потрясающим. И в то же время он был потрясающим детским врачом. Почему он потрясающий? Я не видел ни разу его в действии, но репетиции моих спектаклей происходили на третьем этаже Дворца культуры профсоюзов Вильнюса. На первом этаже, в моменты репетиции, когда Цалик Франк был занят в репетиции, образовывалась очередь, ждали Франка, чтобы он посмотрел на их детей. Это были люди абсолютно разные. Они возили его либо на такси, либо своими машинами к своим детям. И это было потрясающе для меня, что каждая репетиция... Это становится очередь в ожидании Цалика Франка. А этот мальчик был очень принципиальным, и ему было 7 лет. И когда я раздавал о том, чтобы можно было легко пройти в театр, дворец культуры. Он подошел ко мне и сказал, а у меня нету удостоверения. Я говорю, ну хай, в чем дело? Принеси свою фотографию, мы тебе сделаем. Я сделал это удостоверение. И вот я ставлю свой спектакль, в котором главную роль, естественно, играет Цалик Франк, а его же роль, но только в детстве, играет его сын. Я сам придумал. Нет такого... Это роману Кановича. О. Да, и нет рабам рая. Он сызли то... Ну, в общем, я забыл, как это по-еврейски звучит. Да. Так вот, и получилось вот что. Цалик играет взрослого дядечку, и он у него тянет его в ту сторону, где он родился, откуда он приехал в Вильно, стал великим детским врачом и так далее, и так далее. Вот. И он приезжает в эту старую, в этот старый небольшой городочек литовский, как все те городки, где жили евреи. Вот. Он, значит, играет эту роль, а этому мальчику, его сын Цалика,
я дал роль юного этого врача, великого врача, который играл Салик. Салик есть здесь на фотографии? Да. Он здесь на фотографии. Сейчас я скажу. Минуточку. Вот он здесь на фотографии. Вот это он. Да. Вот. Это он старик. И с ним случилось интересное явление. Мальчик без роли. Надо дать ему какую-то роль. А у Кановича ни одного слова, ничего. И о мальчике сказано там пару слов, и все. Тогда я иду... Иван, дайте на руках. Можно я тут подождать? Да. Раз вам может объяснить? Да, пожалуйста. Спасибо. Ну вот. И ему для того, чтобы получить роль, я заставил его выучить. Для тех, кто знает идыш, то есть это не идыш, а иврит. Имышках эх Иерушалаим, тидбах имени, а тишках имени, тидбах лешани, лехики, имлё эсках, имлё аале, Иерушалаим, рош симхати. И если я забуду твое имя, пусть разразит меня и пусть Иерусалим будет правая рука отсохнет. Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду имя твое Иерусалим. Вот это единственная его роль, этого маленького мальчика семилетнего, которого я выпустил на сцену и отвечал за то, что он должен быть хорош. И вот на разборе, когда Канович вместе со своей супругой пришли после спектакля, жена спросила, сказала... Там же учится. Григорий, что откуда у них такой текст? Там же у тебя ничего такого нет. Вы говорите, что это хорошо, это актер. Пожалуйста, я готов ответить. Если нет вопросов. Он в кибуце, когда изучал иврит, он был самым лучшим. И когда он прочитал эту молитву, учительница была потрясена, а он это сделал 7 лет. Да, 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 это точно. Значит, иврит прекрасный. Когда они уехали в Израиль, эта семья Салика Франка, детям и тем, кто не знает иврита, надо было учить иврит. Вот. И, значит, Хаим, который тоже должен был сдавать экзамен по ивриту, значит, сказал вот эту молитву, из которой его потрясло. Всех потрясло. Вот так вот это прошла жизнь. Ну, вроде бы, я рассказал вам. Du kennst Elf. Aha. Iberlehnen, zwei Blätter. Ja, die Vereinigung. Verlage. Wenn ich kenne, dann noch ein. Und das auch toll, das ist alles später. Wo man ein paar Menschen ist. Und das ist weg und dann noch ist das. Ich will etwas zu Jus. Случаи, что мне исполнилось 80 лет 9 месяцев назад. До этого времени мог родиться ребенок. Уже очень много раз. Ой. Довид говорил о том, что вот
значит, он назначает мне праздник по поводу моего 80-летия, но каждый раз у меня были причины, а причины простые. Так, полтора или два года назад я простудился, и после этого столько различных болезней на меня навалилось, что вот до сих пор, до сегодняшнего дня, я не мог позволить себе прийти и что-то делать здесь, и даже просто выпить рюмку коньяка или чего-то другого. Но вот теперь я пришел. У меня очень интересный жизненный путь. Я им горжусь. И хочу с вами поделиться. Итак, мне 80 лет и 9 месяцев. Вы не чувствуете? Но мы празднуем мое 80-летие. Так что мы убежали от 80-летия. 80 не можем. Да, и скинули в связи с этим 9 месяцев. Вот так можно обращаться со временем, если ты хочешь жить, жить и жить. Я хочу жить. Мне жить интересно. Я родился 2 сентября 1937 года. При Сталине. При Сталине. При Хрущеве, при Политбюро, при всех прочих делах и все при прочее. При Ежове. Да, при Ежове. Все было. Всех пережили. Но научился я разговаривать по телефону уже примерно между 3-м и 4-м годом. То есть... 3 года я еще не разговаривал по телефону, а в 4-м я разговаривал очень широко. Мама работала стенографисткой-машинисткой на заводе «Ленинская кузница», проводившей, то есть строившей лодки или там спасательные суда, для того самого, или рыболовные суда и так далее. И вот началась война 22 июня 1941 года. Мне было в это время, считайте, сколько лет. Это было, в принципе, мне было 4 года. Вот. Отец ушел на фронт, ушел добровольцем. Мы провожали его, мама несла меня на своих плечах. Я видел, где-то там идет отец, там по улице от одного тротуара до другого тротуара двигалось это и... строем и рядами двигалась эта масса людей на вокзал для того, чтобы защищать Киев от нацистов. В какой-то момент все переигралось. Ну, семейные отношения были разными и соответствовали своему времени. Там не надо было ни... тех самых никаких официальных записей делать и так далее. Захочешь, приведи домой женщину или сам приди к ней, женитесь, расходитесь, сделайте что угодно. Мне повезло тем, что я не любил отца. Не любил, имел
на это право, потому что он отхлестал меня однажды. Несправедливо, нехорошо. Мама научила меня звонить по телефону. И трехлетний ребенок набирал телефон дома. Эти показала мама, как это делается. И дайте, пожалуйста, мою маму. Просил я. И там, в том месте, где мама работала, в этом заводе «Ленинская кузница», где строили эти суда. Значит, мама вот была такой работницей, у которой специфика была машинистка-стенографистка. То есть проходят какие-то заседания, разговоры и так далее, которые надо записать. Она это записывала значками, потом садилась за пишущую машинку, работала, и появлялось то, что происходило на этом собрании. Мы уехали, мама не хотела уезжать, потому что папа, уходя на фронт, сказал ей, ни в коем случае квартиру займут, то есть комнату, которую мы занимали, там четыре квартирки было, четыре комнаты, разные семьи, одна из них наша. Он боялся, что ее займут. Но в тот момент, когда он ушел на фронт, пришла бабушка и сказала по-еврейски «Азду бистанар», то есть «ты глупая женщина», вот, и бросила на пол, как мне рассказывали, я видел это, но мама напомнила мне, две простыни, в них накидала все, что можно было увести, взяла на себя один этот самый мешок из связанных простыней, и другим взяла меня за ручку. А мама взяла чемодан и второй мешок, и так мы двинулись к маминому месту работы. В это время Киев уже бомбили, и даже в песне поется «Киев бомбили», нам объявили, что началась война. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Мы пришли в эту, ну, на этот завод, где строили эти суда, и дождались, пока будет погружен состав. Состав увозил все станки из этого завода. И когда утром кончилась погрузка, нам разрешили сесть на эти железные станки, и поезд тронулся. Во время пути облетали нас и самолеты, были и какие-то бомбежки, но в какой-то момент поезд остановился, и всех старших людей повели куда-то далеко вперед, для того, чтобы сбросить с рельсов погибшие поезда и вагоны. Затем нас в это время, детей, повели в лес, который был недалеко, и мы ждали, когда наши родители вернутся. А у нас были какие-то старшие девочки, мальчики, они за нами наблюдали. Мы двинулись и приехали в Зеленодольск, где выпускали снаряды, и мама уже была не переводчицей, не машинисткой, ничем этим. Она измеряла эти снаряды, она проверяла их качество, и затем уносила и укладывала в ящики. Вот такова была это ее дело. А жили мы в отделении, отрезанном фанерной, кусками фанеры,
от уборной, от обычной уборной, которая была на все четыре квартиры. И благодаря этому только я научился говорить, не говорить, а понимать идыш. Бабушка с мамой разговаривали на идыш, потому что кругом могли услышать что-нибудь не то понять, не так понять, и что-то так, и так далее. Они разговаривали на идыше. Через несколько месяцев я стал вслух переводить им то, что они говорят. Потому что мне было жутко обидно, что меня обходят. Я вроде бы не человек. Короче говоря, мы прожили там примерно 2 года. И затем от папиного брата, старшего, самого старшего брата отца, которого эвакуировали из Ленинграда в Красноярский край, он прислал нам вызов, чтобы мы приехали в Красноярский край. До сих пор это безусловный адрес. Красноярский край, Балахтинский район, Курбатовский совхоз, второе отделение. Бабушка в это время очень заболела. И это уже было непоправимо, потому что врачей там не было. Кое-как ее мы вытащили, и мама, и бабушка. И то есть и я вытащили бабушку из этой болезни. Но работать она уже не могла. Мама стала работать дояркой. И вот так мы дожили до конца войны. В конце войны надо было уезжать. Куда уезжать? Конечно, в Киев. Мама поехала в Балахту, запрягла лошадь, ей дали, поехала в Балахту. Из Балахты ее отослали в Красноярск. В Красноярске она сказала, что у нас квартира в Киеве, и мы хотим возвратиться в Киев. Ей объяснили, что в Киев закрыт вообще прием людей, которые были в эвакуации. В чем дело, почему? Это мы узнали значительно позже. Оказалось, что Хрущев. Да. Хрущев договорился со Сталиным, что в Киеве очень много убитых евреев, и если возвратятся их родственники, они перевернут Киев вверх ногами. Так в еврейском народе объясняли то, что произошло. И поэтому евреям не давали въезда вообще в Киев. Квартиры были заняты. Действительно, вот она помнит, что квартиры были все заняты местным населением. Если бы мы приехали, то мы бы оказались на улице. Но мама решила спросить, а что нам делать? Ответил этот самый милицейский человек. Значит, Латвия, Литва, Эстония. В любой из этих стран вы можете найти себе место. Моя мама, которая закончила всего лишь еврейскую девятилетку, тогда не было десятилеток еврейских, когда она училась, девятилетку, посмотрела на карту, которая висела за спиной этого начальника милицейского, посмотрела и сказала, так мы поедем в Литву. Потом, когда мама, ее дали ей возможность, документы о том, что мы едем в Литву. Когда мама появилась,
дома и сказала это бабушке. Бабушка говорит, а при чем здесь Литва? Мы живем в Киеве. Мама ей объяснила, что не дают возможности, предлагают ехать туда. Это временно, сказала мама. И еще она сказала, что Вильнюс самый близкий к Киеву. Да, и Вильнюс ближе всех находится в Киеве, ближе, чем в одной и другой республиках. Вот третья республика была самой близкой к Киеву. Вот, и мы приехали. Мама с ее замечательной профессией стенографистки-машинистки была немедленно приглашена на работу, и нам немедленно дали дом, не дом даже, то есть квартиру для жительства. Это квартира, в которой я живу до сих пор, и вот моя семья здесь сидит, и она живет здесь, и она тоже живет в той же самой квартире. Вот так сложилась судьба. Мама работала стенографисткой, машинисткой, потом ее пригласили в Вильнюсский универмаг, там она, но она была безотказной, блистательным человеком, который владел вот этим самым машиной, которая называется пишущей машинкой, и кроме того, она блистательно владела, как это называется, стенографией. И вот она стенографией писала, и вот ее пригласили работать. Открывшийся только что магазин, и она согласилась, и она работала до самого отъезда из Вильнюса, то есть до выхода на работу, или вернее до ухода с работы полного. Вот. Уехала к мужу в Москву. Я закончил в Вильнюсе, учился в начальной школе, в школе имени Черняховского, затем в еще одной школе и в другой школе. Короче говоря, я в Вильнюсе прошел через все четыре русские школы. Ну, видимо, мой характер кому-то не нравился, и меня, так сказать, мне приходилось уходить, уходить и уходить. Я закончил школу с какой я медалью там? Серебряной. Серебряной, говорит владелица золотой медали. Понимаете, да. Вот. Это ее удовлетворяет, потому что чином ниже. Так вот, я, значит, закончил в Вильнюсе школу. Когда я учился, случилось так, что, ну, моя бабушка жутко красиво и хорошо владела одним ремеслом. Она готовила еврейские блюда. Она знала прекрасно еврейскую кухню. Это была ее и работа когда-то. А тут иногда, значит, еврейская община, так негласная, когда у них были какие-то праздники и все такое, просили бабушку либо прийти, либо что-то испечь, что-то сделать и все, и так далее. И вот однажды у нас за столом появился из театра Михоэлса, из еврейского театра, который был закрыт, появился человек, который рассказывал о Михоэлсе, о его смерти, об его убийстве. Я в это время сидел за столом, я все это слышал. И он плакал, успокаивался, продолжал рассказывать о великом человеке, о великом режиссере, о великом актере. Вот. Потом он уехал учиться
Он учился в театре студии при театре еврейском театре. Вот он уехал в Латвию в судостроительный завод, где он и остался жить, работать, женился и все такое. Вот, что касается меня, это было в пятом классе, когда я был тогда в пятом классе школы. Когда я увидел плачущего мужчину, я понял, что я иногда плакал, вот, и что это не страшно. Мужчина плачет. Это для меня было каким-то оправданием. И не просто оправданием. Идя по Вильнюсу, я вдруг увидел афишу, там были тумбы, такие не столбы, ничего, а тумбы. И вот на тумбе я увидел, что приглашаются дети участвовать во дворце пионеров в таких-то и таких-то кружках или там студиях и так далее. Я пришел и записался в театральную студию, потому что больше всего на меня произвело впечатление, вот это произвело впечатление, этот рассказ о том, что такое был еврейский театр, и что его руководитель, один из основателей его, был убит. Убит прямо и потому, что он был евреем, потому что он посмел говорить о том, о чем говорить запрещалось в этой счастливой стране, в которой только что закончила войну. Я пришел, ну, в общем, там и так далее, я, в общем, стал одним из двух ведущих актеров этой студии. Я полюбил это дело. И когда я закончил школу, я поехал в Москву поступать непременно в лучший театр, в лучшую студию лучшего театра. Это студия, которая находится... забыл название улицы. Ну, во всяком случае, это был театр имени Горького, но руководил им один из величайших режиссеров Станиславский, Константин Сергеевич Станиславский. Я сдал документы, я прошел первый тур, на второй тур я пришел, и старушка-женщина, то ли она записи какие-то вела, то ли просто присутствовала, подошла ко мне и сказала: давайте с вами поговорим. Вы рассчитываете, и отошли, и поговорили, вы рассчитываете на то, что вас возьмут? Мы давно работаем, я так и так, вот. Понимаете, наверное, очень хорошо вы показались в первом раунде, но со второго раунда уже надо серьезно с вами разговаривать. Этого разговора не будет. Я говорю: почему? Ну, разве вы не знаете? Я спросил: потому что я еврей. Ну вот видите, вы все хорошо знаете. Зачем же вам это? Ну идите. Я, в общем, забрал документы и с отчаяния решил не возвращаться в Вильнюс. Я куда угодно поступлю. Я пошел по Москве, пришел. О! Московский государственный институт. Педагогический институт. Я пришел, у меня серебряная медаль, как сказала моя жена. Мне не надо сдавать экзамены, мне надо только положить документы. И меня тут же забрали, и я поступил на
факультет русского языка, литературы и истории. Так я стал специалистом по русскому языку, литературе, истории. Я закончил институт. Меня с очень приличным результатом окончания отправили на Сахалин. На Сахалине, оказывается, в Москве хватало. В европейской территории Советского Союза хватало педагогов. Во всей России хватало. Не хватало только на Дальнем Востоке. И даже не на, как это называется, не на самом материке, а на острове Сахалине. Вот так я попал на остров Сахалин, работал преподавателем, пройдя вообще лучшую школу педагогическую в Советском Союзе. Вот, и закончил ее хорошо. Преподавал в 5, 6 и 7 классах и только русскую литературу и русский язык. Истории нет, была учительница-историчка. Через 2 месяца меня вызывают в военкомат и говорят, вы не служили в советской армии. А я не служил, потому что там не было кафедры, военной кафедры. В других институтах была военная кафедра, а в этой нет. Вот, и я не прошел военную подготовку, и вот поэтому вы вот поезжайте туда-туда. Вот, приехал я опять туда, где корабль уходит на материк, во Владивосток. Из Владивостока меня отправили в Хабаровск. Я год учился стрелять, учился тянуть носок. И до сих пор умею хорошо это делать. Вот. И это такой солдатский балет. Вот. И, значит, заканчивается первый год моей службы. И заканчиваться он должен был стрельбой. А стрельба непростая. Стрельба – это какая-то из, местность такая, ну, скажем, мокрая местность. Вот, там еще хуже. И где-то в 200 метрах от того места, где окоп, надо попасть в фигуру. Но я научился стрелять, вот стрелять мне очень нравилось. И кроме того, мне очень нравилось, значит, ходить, вот вытягивая ноги. Мне тогда казалось, что я вырасту повыше. Вот очень хотелось быть высоким, но не получилось. Вот, идет стрельба. И идет Херсонский. Вызывают его, он выпрыгивает из окопа, идет по болоту, по полному болоту, забрызгиваясь весь грязью и мокрый и все прочее, и вдруг там где-то метров за 200 поднимается этот вот такой, вот такая мишень, вот, она называется плечевая мишень. Я должен попасть. Я нажимаю курок и должен, дается 18 патронов, чтобы попасть. Я с первых 6 или 7 патронов я нажал, и они вылетели, эти 7 патронов. Бэбэх, это упало это. Я иду счастливый, подхожу к своему командиру, та-та, товарищ, та-та-та-та-та-та. Он, подойди к тому, подойди к генералу. Какому генералу? В
телефоном стоит начальник. Я подхожу, отдаю честь и рапортую, что вот стрельба закончена. Он этому говорит, ну вот, видишь, вот так надо стрелять. Как фамилия? Херсонский. Так, значит, Херсонскому, пишите, это он офицеру говорит, 10 суток с выездом на родину. 10 суток из Хабаровска уже. Это значит, 10 суток езды только до Москвы на поезде. 10 суток в Вильнюсе. И 10 суток возвращения. Какое чудо, я свободный, счастливый. Я в этой снял все военные обмундирования, перелез в свои спортивные всякие штучки, ну вот, которые были в чемодане у меня, и приехал домой, к бабушке, к маме. Какое счастье! Ах, когда я возвратился в свою часть, мне говорят, а что ты сюда, мать твою перемать, приехал? Тебе надо, что, тебе никто ничего не сказал, тебе надо ехать вот в из Хабаровска, Уссурийск. Я говорю, а что? Там Уссурийское училище, тебя они выписали, можешь сегодня ехать. Приезжаю, там начальство, генерал, начальник, подхожу, тоже т-т-т-т-т. Он говорит, тут вот существует сведения о том, что у тебя высшее образование. Да. Какое? Такое и такое. Ну так вот, ты у нас не хватает одного офицера-воспитателя. Он уехал в Москву повышать квалификацию, а ты у нас будешь вместо офицера-воспитателя. Так я, сержант, с тремя лычками в погонах, а не с одной звездой, да, стал вместо офицера-воспитателя, а одновременно папой, бабушкой, дедушкой и мамой для 30 пацанов, которым где-то 10, 11, ну, самые старшие 12 лет. Боже, Боже! Но мне очень это понравилось, потому что я знал, чем можно увлечь этих детей. И вот получилось так, что я, значит, год отработал, дали мне еще один отпуск.